Приветики! С вами Мелис, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Лазарет. Сегодня мы финалим этот хоррор. Буквально осталось чуть-чуть, полчасика вроде как. Я тут уже забыла, что где и как. И посмотрела, что было в прошлой серии, и поняла, что все. Мы сейчас в новой локации, поэтому сохранение было чуть позади. Я подумала, что реально сохранения нет. Что мы облажались настолько, что придется перепроходить целую серию. Но нет. Мы просто сюда вернулись, и здесь у нас уже новая локация. Так что бери что-нибудь покушать, приятного тебе аппетита и просмотра. Обязательно надевай наушники. А то, как бы, игрушка, ты сам понимаешь, какая. Хоррор, все дела. Так, третий уровень секретного доступа, безопасности. Требуется, понятно, допуск. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ, но вам не выдали его, обратитесь к сотруднику службы безопасности на палубе. Окей. Сотрудник безопасности службы на палубе. На самом деле, поставь, пожалуйста, царский лайкосик. Я уже не хотела снимать даже финальную серию, потому что я заметила, что как-то игру вообще не смотрят. И перестали смотреть хорроры. Меня, конечно, это радует, но как бы грустненько, слушай, стало как-то. Ну, как бы, всегда смотрели, я уже чуть-чуть сроднилась с этими хоррорами, но если как бы нет, то как бы ладно, я не против не снимать хорроры, как бы. Я вообще не против не снимать хорроры, вот максимально, я целыми днями готова сидеть в симуляторах, спокойно. И сюжетные игры проходить любые, но только не хорроры, все, я согласна, хорошо. Хорошо, не смотришь, не ставишь лайки, хорошо, я только с радостью. Только с радостью. Выйди отсюда. Зачем эти шкафчики? Они мне, по сути, еще никогда толком не пригодились. Не понимаю. Зачем вы мне? Почему-то в этот момент у меня как будто нос заложил. Чего и почему, непонятно. О, как мы дергаемся. Оп-оп-оп-оп-оп. Привет. А ты, я так понимаю, выживший, да? Четыре, три... Блин, ты видел? Там только что был пароль на стенке. Какой-то. Bank card, security disk. Окей. Так. Вспоминаем английский свой. До дальнейшего уведомления защитный диск для создания новых карточек ключей останется у меня. За последние несколько дней мы видели, как несколько членов экипажа пытались получить несанкционированный доступ на мостик, чтобы снять карантин. И я не готов идти на такой риск. Все вернется на круги своя, как только мы выберемся из этого тумана, и можно будет безопасно снять карантин. Капитан Тейлор. Тут нас немного пошатнуло. Тут нас немного поша... Чё? Это чё было? Никаких же предзнаменований не было. Точно, точно не фонарик нужен здесь. Что это было? Что это было?
Или он так не хотел, чтобы я тут сохранялась, я не знаю. Open. 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 Как будто здесь должно что-то открыться. Там был код, но там он был из 4 цифр. Это что-то не то. Теперь мне страшно здесь ходить. Здесь свет включили. Здесь не было света. Стоп, это другая кабинка. Иди туда. Отстань. Азя-зя. Так. Так. 4, 2, 3, 9. 4, 2, 3, 9. 4, 2, 3, 9. Ладно, пока ничего не понятно. Рада. Вот здесь где-то. Здесь. Ой, ёпта, там человек. Вот, Линда, ля-ля-ля. Вылези, пожалуйста. Так, у тебя груз печаль, хорошо, я тебя не трогаю. Быстренько просто это все осматриваем и валим отсюда. Можно скорее. Мысли. Почему он здесь вдруг рядом оказался? Пароль. 4. 2, 3, 9. 4, 2, 3, 9. Нет. А что у нас там? Какая-то леска. Блин, он там, справа, как будто, реально. Нам туда идти надо. Ой, божечки. Кто это? Я не хочу уже никакие записки читать, я хочу с этим закончить. Просто-напросто. Всем добровольцам добро пожаловать на борт. Ваши личные вещи могут храниться в специально отведенном для вас шкафчике в камере хранения напротив. Комбинация кодов, которая соответствует году вашего рождения. Не стесняйтесь менять комбинацию. Все более громоздкие предметы были сложны в грузовом отсеке. Год моего... Ну, не моего... Год нашего рождения.
О. В этот момент я нашел ключ от своей каюты в душевой кабине, и полагаю, что он, возможно, упал в один из кранов. Кто-нибудь случайно найдет мой ключ, я был бы признателен, смог бы ты его там мне вернуть. Того. Ёпта, блин. Чем пугать? О. То лук, лайк. Похоже, канализация что-то есть. Это может быть, видимо, его ключ. Он не может оттянуться. Вот как раз та леска, которая была в шкафу закрыта, поможет здесь. Этим. Нам надо узнать год рождения. Ага. Ёб твою мать! Лёпок. Отвали! Ёб твою мать. А, я поняла. На том этаже, на вот шкафчик. Куда пропал этот? Все шкафчики на этаже, помнишь? Ого. Все, нам надо обратно идти. Я просто не помню. Или... Как там было? Как там был? Ты больной? Как там было? Боже, как там было? Стой, нотис. О, вот. Вот оно. Крайняя правая и вторая здесь. Так. Здесь вторая и крайняя правая. Нет, отстанет мне. Так. А чей это был шкафчик, слушай? А чей это был шкафчик? Блин, давай я сфоткаю. Я сфоткала, но я просто не знаю, чей это был шкафчик, серьезно.
код рождения кого? Что это за шкафчик был? Чел, ты знаешь? Иди в... Куда? Этот шкафчик был. О, дверь открыта. А, стоп. Нет. Я не туда, мне вниз. Это рядом, зараза. Третий шкафчик. Всего их пять. Вот здесь где-то. Третий шкафчик, всего их пять. Ник Стаффорд. Ник Стаффорд. У нас есть там Ник Стаффорд? Да, у нас есть Ник Стаффорд. 1984. Давай-ка попробуем. Давай-давай-давай. 1984. Отлично. Замечательно. Поехали. Ага. Давай. Давай, быстро. Ключик. Ага. Так, только откуда? Скажи, офис кей. Офис кей. Господи, от какого офиса? Ты чё, псих, совсем? Так, нет. И здесь, значит. Так, сохранение. Максимум сохранения. Дальше что у нас? Да. Офис. Отлично. Сейф. Так, карта. Сейф, сейф, сейф. Четыре. Нет. Четыре. Два. Три. Девять. Не знаю. Откуда карта? Извините, откуда ключ карта? Ребят, вас тут уже больше. Откуда ключ карты? Я просто не знаю, ребят.
Откуда карта? Карта откуда? О, отлично, карту засунули. Это вписали. Security clearance disk. Так, нам еще нужен какой-то диск вставить. Но что мы можем сделать, если у нас ничего нету? Ой, ведет стрёмно. Так, ладно, а здесь? Э? А еще ниже есть? Так, ну здесь я была. Здесь я была. А еще ниже есть? Приветик. Привет, пока. Закрыто. Ой-ой-ой, он прям тут. Эй, ты что такое? Мы что, в Визейч играем уже? Ой, это ключ. Отлично, ключик. Ключик, хватай. Ticket Communication Room K. Понятно? То ничего не понятно. Ладно. Ты больной псих! Пожалуйста, помилуй меня, пожалуйста. Да хватит меня топтать, дай пройти. Козёл. Короче, надо было валить сразу. Откуда этот ключ, я не пойму. Communication room K. Дай. Твою ж. Иди туда, гуляй. Communication room key. Communication room key. О, communication. Так, что это? А, мне тут еще что-то написать надо? Yep. Ага, давай-ка попробуем 4, 2, 3, 9. Отлично. Крест. Крест. Окей. Крест. Давай попробуем. Нет, резать. Во. Поняла. R. Точка, длинная точка. Е. Крест. Ты.
Отлично. Замечательно. Этот куда? Либрери. Либрери. Так, у нас тут есть где-то Либрери. Либрери. Ну, значит, на другом этаже, слушай. Нам придется туда спуститься. Хочу туда спускаться. Этому психу чокнутому. Он здесь. Он здесь. Слышишь, он где-то ходит? Нет, мне не сюда. Мне ниже. О! Отлично. Что это? Отдай мне, пожалуйста, это мне надо. Мне это надо, отдай. Пожалуйста. Я тебе потом верну. Обещаю. Спасибо. Спасибо. Понятно. Отстань. Так, это у нас что? Ага, окей. Так, вот эту штучку я знаю, где использовать. Что за музыка? Что за музыка? Что за фигня? Я знаю, что мне сюда. ВПС как будто меньше стало. Ага, 12 справа. Блин. Давай я это сфоткаю опять. 12 вправо, 7 влево. 2 вправо, влево. Поехали. Двенадцать. Блин. 12. 7. 2. 5 12 7 2 5. Отлично. Ошибочники. А зачем мне это вообще? Зачем мне это?
Зачем мне вот эти штуки? Зачем мне эти штуки? Я не понимаю просто. У нас там все не исследовано, конечно. Так, ну вроде здесь у меня все исследовано. Да, здесь у меня все исследовано. То есть только самый нижний этаж, где он входит. Манекен свалил отсюда. Как старший помощник, Нортон сидит во главе стола. Блэквуд и Керман любит выпить бокал вина за едой. Лейтон сидит напротив Блэквуда, Хакет сидит в конце стола ближайшего к Эмку. Так, Нортон сидит во главе стола. Нортон сидит во главе стола. Дальше. Блэквуд и Акерман за бокалом вина и еда. Вина. Блэквуд. А так, Акерман. Блэквуд. Дальше. Лейтон. Лейтон сидит напротив Блэквуда. Хакет сидит в конце стола ближайшего. Лейтон. Давай это сюда остального запихнем. Хакет. А здесь этот пакет. Отлично. Знаю, что это за ключ. До свидания. Таинский. Кто это? И откуда он? Откуда этот ключ капитана? Блин. Я не знаю, откуда этот ключ. Наверху, что ли, было что-то или нет? Йота! Стой. А ты чё? Ладно. Окей. Хорошо. Просто валим отсюда. Нет, мне не сюда. Сюда? Не сюда. Куда мне? Сюда. Вроде мой этаж. Так. По-моему, что-то здесь было. Вот. Это вроде. Отлично, капитан. Mm-hmm.
Прости, я вот эту штуку заберу, диск, и я пошла. До свидания. Ёб твою! Ну чё? Что же, ёб? Простите, а за что? За что так со мной? Так, стоп, стоп, стоп. Зачем меня сюда скинули? Ты что ж такой тяжелый, что у тебя под тобой пол проваливается? Ай, это, надеюсь, не для меня. Так, слушай, не читаем, не читаем, пожалуйста. Пока этой записки не читаем, у нас надо ролик заканчивать. Но мы еще не подходим никак к концу. Понимаешь? Какой-то ключ, хорошо. Ёп! Это чисто нервы лопаются. Нервные сосуды, понимаешь? Так, один из нескольких. Один из нескольких ключей. Так. Мне придется еще по максимуму, не знаю, может вырезать, чтобы уложиться. Я не хочу два ролика выкладывать. Одного ролика будет достаточно, он просто, видимо, будет очень длинный. Ёб твою налево. Ничего не знаю, но ключик я заберу. Да и хватит меня хватать, психи вы. Откуда ты там взялся? В тумбочке он сидит. Какая же огромная эта тумба. Ну все, ну офигел, приофигел. Молодец, валим отсюда. Это, знаешь, у нас начался... Педран. Ага. Еб твоюшку! Чё за трэш? Что за фигня? Куда вы все такие? Еще тут не хватало, знаешь, когда кто-то мне тут схватит? Я уже забыла, куда нам изначально надо было, слушай. Мы что-то взяли, я забыла что. А, диск. Нам нужен на тот наш этаж. Это выше. У нас диск есть. Нам нужно выше, чтобы прокачать карточку. Ёпта. Давай. Быстренько, быстренько прокачиваем, прокачиваем, закачиваем. Давай, карточка готова. И куда мне идти с ней? Пикет security up. Пикет security up. Куда это? Да-да-да, хорошо, хорошо, со мной все в порядке. Я просто потрясающий чел. Все хорошо. Да? Ё-моё! Занесло так занесло. Ага. У меня же третий уровень секью... У меня третий уровень секьюрити. Мастер. О, отлично. Мастер... Мастер. Мастер. Локет. Хорошо, хорошо. Странно, странно, странно происходит. Ага, нажимаем. Не знаю что. Тянем все, нажимаем кнопки все. Не знаю, что делать, прожимаем все. Вау. Поплыли. Поднять паруса. Escape the ship? Ладно. Вообще-то говорят обычно run to exit. Твои хотят так бы сказали, и все, я поняла. Что за музыка? Кто-то за мной еще будет гнаться. Пара тюленей. Ну или так. Пара киборгов. Помогите, спасите, заберите меня отсюда. Я вас прошу.
Я здесь больше не хочу находиться. Это трэш. Вот так вот паркур. Паркур, давай, а то что тебя схватит тут, непонятный. Все, до свидания, кораблик. Надеюсь, мы с вами больше никогда не увидимся. И все манекены, которые находящиеся там. Фу. Мы это прошли, слушай, мы это прошли. Ну, вообще, обидно, конечно, терять такой кораблик. Надо же, чтобы его кто-то все же забрал, оседлал, так сказать. А то что он там находится где-то в океане? Вот и все. Вот такие вот у нас делишки. Так что спасибо тебе за просмотр. В комментариях можешь написать, как тебе на самом деле игрушка. Стоящая, не стоящая, нормальная, ненормальная. И все. Спасибо за твой лайкосик, за комментарий, за просмотр. И нажми на колокольчик, чтобы проходили уведомления в следующих роликах и стримчиков. Все, все ссылочки в сети в описании канала. И всем пока-пока.